Эта семга в духовке получается, ну, очень вкусная. Сверху хрустящая, а внутри сочная, нежная, ну, очень вкусненькая. Заранее я отварила рис в подсоленной воде. Итак, шпинат, либо репа. Разогрела 2-3 минутки на сковородку и сверху нашего риса. Семга, соль, перец, растительное масло. Размазываем хорошо и выкладываем сверху. В духовку 120 градусов 25-30 минут. Попробуйте, но это просто мамма мия!